волочете в руки. Это заключительный прием, да, который полностью, да. Полностью расслабляется. Вот это ваши лапки будут, которые последовательно. Одна лапка и вторая. Вот так. Угу. Просыпается вся сенсика организма. Эротизм. Slowly. Личный кайф. Touch me. Теперь вот так. Сексуальное такое есть. И амбалаки. Вот-вот-вот, вы не думайте. Это не просто. Это не поверхностное движение. Да, мы же всему делаем. Самое главное, внутри ее понять, да? Танюш, хочется, чтобы тебя именно с боков вот так вот взяли, да? Вообще энергетика с меня высасывает и все. Не говори глупости. На эту тему мы еще поговорим. У меня прям уходит моя энергетика. Не энергия у тебя уходит, а какая-то усталость. Какие-то отработанные вещи, которые тебе не нужны. И вот ты просто освобождаешься и наполняешься сейчас энергией, силой. Не знаю, но я чувствую, что с меня что-то выходит. Прекрасно. Совсем выходит. Может, теперь мы не бросаем человека. Аккуратно. Смотрите, да, надо профессионально заканчивать, да, любую технику массажа. Для этого нам нужны просто. Нужны полотенца. Вот мы аккуратно. Полотенце же у вас теплое. И поверьте, вот такими массажами никогда не навредишь человеку. Для этого не надо иметь медицинского образования. Позвоночник не касаемся, его не трогаем. Знаем только правила, имеем представление, понятие физиологии, анатомии и энергетики человеческого организма. Понимаешь, да? Скажи. Круто, я прям позавидовал ей. Я говорю, 6 рук тебя ждет. Нет, я буду. От мастеров. Это будет экзамен. Я мастер, мастера не раздеваются. Что? Первый раз такое слышу. Ну ничего, это не сегодня, не сейчас. Вы видите эти все движения? Реально. Очень классные вещи. Это стоило. Да. Ну, это уже нет цифрового слова. Это просто божественно. Это я даже не знаю, сколько слов подобрать, но это просто восхитительно. Это мечта. Просто мечта, которая сбылась. Не забывайте принимать стойки, пошире ставьте ноги. Тем более, когда такие подсаженные приемы. Мы меняемся сначала три, потом две. Видишь, сколько? Раз, два, три, 8 рук ходят по земле. И ты чувствуешь, как это классно. Хорошо. Еще бы мне хотелось покачаться. Что сделать? Покачаться. Покачаться в каком смысле? Ну, во. Выбирайте, пожалуйста. Да, присоединяйтесь. Чуть-чуть. Вы должны чувствовать. Чуть-чуть. Прям, чтобы... Не разные руки. А руки такие горячие у кого-то. Максим наш. Максим, это ты такой горячий? Который вверху. Да, горячие руки. Молодец. И внизу тоже здесь горячие. Внизу это где? Вот здесь. И коленка. Так что работает, что такое энергия горячая. Отлично. А? Это энергия наполняет себя? Не скажем, кто это. Так, на попе, на кресте тоже уже руки горячие. Уже. Еще бы они не сидели вместо такого креста. Такого креста. Такого холодца. Наполнение энергии. Так, слишком мне уже не надо шатать. Чуть-чуть. Не отрывай, чуть-чуть медленно отрывай. Чуть-чуть на этом смысле. Все? Нет, не все. Сейчас будем потихонечку тебя поднимать. Повернись, вот, пожалуйста. Самый важный момент, как подняться, смотрите. Повернись, пожалуйста, на бочок. Подожди, не спеши. Это здесь тебя уже.
Потихонечку делаем. Раз, тяжечку. Мы уже делали, но все равно еще сделаем. Потому что ты была в состоянии. Как же хорошо. Вдох. И выдох. Хорошо. Ну так, просто по-другому. Теперь, да, через животик на другую сторону. Если такого расслабления... Через животик или через спину? Через животик. Через попчик. Это имеет значение, потому что во время этого меньшая группа мышц работает. Когда ты наворачиваешься через спину, то чуть больше. Хорошо. Обменный процесс. Вдох и выдох. Расслабиться. Это неплохо, это легко, очень мягко, очень гибко, без всяких моментов. Переберешь ножки вниз, собираешь, даешь мне голову и присаживаешься. Не волнуйся, у меня видео в тебя смотрит. Ничего страшного здесь, лицо не поменяет. И есть заколочка? Да, вот резинка. Вот заколочка, да? Потому что резинка сейчас. Отлично. Вы не бросаете человека. Особенно если это женщина с женщиной. Здесь могут быть более такие близкие прикосновения, потому что ей хочется тепла. Комфортно. Я ищу еще одну простую. Чтобы вас называли профессионалом, старайтесь как можно дольше не отрывать связь со своим подопечным. Да? Да. Вот раньше как у меня, что я буду отток. Ты здесь, чтобы кровообращение улучшилось, распределилось. Пациент созрел. Он ждет тебя, мастер. Ждет? Тебя. Не сейчас. После занятия, да? Давай так же сделаем. Вот так. Если надо немножечко прибодрить, не бодрить, чтобы активизировать мышечную активность. Счастлива. Я счастлива. Смотри, Максим, Маш, кулачки собраны не так. Не так, не так, а вот слегка, как подушечка. Да, легенькие кулачки. Кулачки, вот именно вот эта поверхность. Бок. Как молоточка, сейчас поставлю. Не больно, правда? Нет. Чувствуешь? Делай это, а я тебе буду делать. Правда, этого стоило. Стоило? А вот мы не знали уже, как вас. Нет, мне этого просто не хватало. Смотри, какая прелесть. Маски заработали по-другому. Потрясающе, давайте это. Такая сороконожка получилась классная. И вот я тебе показываю, как это делается техника. Чувствуешь, Феркис? И она сейчас пойдет еще. Умничка. Вот этот прием отрабатывалось, да? Чувствуешь, Феркис? Это получилось. Детка за ревку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка. За штучку. Да. Ой, умничка за такая. Штучку. Ой, как она хорошо делает. Да, она вообще уже так хорошо управляет. Сильная, как долго. Сильная, да? Да. Давай, давай, Анастасия. Сделай, дядя. Стучи. Посмотри, дядя Олегу. Покажи, как ты умеешь. Совсем. По ягодицам. Сделай ему. Ты достанешь. Она стесняется. Нет, она не стесняется. Зачем ты говоришь? Нет, она стесняется. Она стесняется. Вы немножечко неправильно общаетесь. Какое стеснение может быть у профессионала? Правильно ты все? У Насти, да? Настя, ты молодец. Ты умничка. Она вообще мне массаж головы сделала. Ты видишь, да? Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Заключительное. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И по позвоночнику вверх. Раз, два, три. Не сильно можешь. Три. Раз, два. Ничего, нормально. Хорошо, что есть сила. Теперь надолго хватит. Раз, два, три. А теперь погладили. Не буду себе делать. Так, переближи. Вот, аккуратно, нежно. Нюш, как тебе твой мастер?
Замечательно. Максим очень нежный. Но это хорошо. Запомни, его мужская сила потом проявится с опытом и со временем. Вот да. Это очень грамотно, чтобы не подключать сразу мужскую силу, и пациент не был... Не, я имею в виду энергетика, нежная. Зато очень мощная энергетика, да? Чувствуется, да. Правда. Я знаю, да. Шикарно. Что? Ну, шикарно все передается, отлично. Вся чувствительность тоже повысилась. Вот чем ты дольше берешь в руках, проводишь. Мягко, да, мягко захватываешь. Проникаешь, обволакиваешь. Тебе надо научиться этому. Я знаю, что это не шею захватывает. Наоборот, определенная дистанция. Рукам массажистам не хватает вот этой нежности. Ноги. Молодец. Как правило, массажисты оказываются сапожник и сапог, да? Да. Сами не хватает. Благодарю вас, спасибо вам большое. Ну, что, вы лечили, поставили на ноги. Шикарно, шикарно получилось. Наш гость, счастье, наша детка была достаточно крепка, здорова. И дай бог ей здоровья этого. Этого долгие годы не хватало. Да. А сейчас мы продолжим дальше. Следующее упражнение –